В прямом эфире мы продолжаем информационный выпуск. Первая персональная выставка молодого художника Мусы Мижева открылась в художественной школе Усть-Джугуты. В какой технике и какие картины он пишет, что его вдохновляет на творчество, расскажет Алла Качиева, которая побывала на экспозиции. Через эмоции и энергию молодой художник Муса Мижев передает зрителю свои мысли, чувства, настроение, психологическое состояние и идеи. Его работа – это целое художественное произведение. В последнее время может вдохновить абсолютно все. Раньше не очень так нравилось писать пейзажи. Сейчас почему-то делаю опору на пейзажи. Больше всего нравилось, конечно же, такие, можно сказать, вымышленные персонажи, фантастические персонажи, да? Портреты животных очень любил писать. Наверное, по выставке понятно, что все еще. Рисовать Муса любил с раннего детства. Уже в начальных классах начал ходить в Усть-Джугутинскую детскую художественную школу. Затем окончил КЧГУ имени Умара Алиева. В прошлом году молодой художник решил вернуться в родной альма-матер, где начиналось его профессиональное творчество. В настоящее время Муса Мижев преподает в детской художественной школе Усть-Джугуты. И на открытии персональной выставки собрались представители районной администрации, родные, близкие, ценители творчества, его ученики и учителя, теперь уже коллеги. Мусу Мижева я знаю еще со школы, когда он ходил к нам в художественную школу, я преподавала ему, он был нашим учеником, вот, и он вернулся к нам в школу работать, мы его пригласили. Прекрасный преподаватель, дети его обожают, они его даже встречают на пороге. Каждый урок, когда он приходит. Вот. Ну, работы прекрасные. В своем творчестве Муса Мижев пробует разные виды изобразительного и прикладного искусства. Предпочтение отдает масляной живописи. Именно эмоции и энергия, которые удается передать автору, работают на художественный образ, придают картине смысл, отмечают собравшиеся. Эта работа мне нравится, потому что она очень яркая, и я сама тоже яркими красками рисую, и вот поэтому мне эта картина нравится. А вторая мне нравится, потому что я увлекаюсь животноводством, и мне нравятся именно лошади из животных. И я еще катаюсь на лошадях. Очень часто катаюсь, и вот мне именно вот этого цвета нравятся лошади. Талант Мусы Мижева оценен по достоинству. В этом году он принят в Творческий союз художников России. Молодой художник планирует все свои знания и навыки передать молодому поколению. И востребован сегодня здесь, в детской художественной школе Усть-Джугуты, которую посещают около 500 одаренных детей, выпускники которой достигли самых больших высот в творческой деятельности. Алла Качиева, Алибастанов, Вести Карачаево-Черкесия, Усть-Джугута.